Аппаратное совещание провел губернатор Ульяновской области Алексей Русских по видеоконференц-связи. Глава региона работает в столице. Намечен ряд важных встреч с федеральными структурами власти. На прошлой неделе делегация нашего региона работала в Китайской Народной Республике. Все прекрасно понимают, что Китай для нас является стратегическим партнером. Мы развиваем взаимодействие по торгово-экономическим, инвестиционным, промышленным, научно-техническим и социально-культурным направлениям. От международного сотрудничества перешли к итогам исполнения областного бюджета Ульяновской области за 10 месяцев. Общий объем доходов за этот период составил более 56 миллиардов рублей. Бюджет вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Мы видим хороший рост части муниципальных образований. Поступления уже составили 9 миллиардов 763 миллиона рублей с ростом на 9% по сравнению с прошлым годом. При этом 17 муниципальных образований демонстрируют рост положительный. Обеспечение жильем детей-сирот в 2023 году было на особом контроле губернатора и правительства Ульяновской области. Было значительно увеличено финансирование этой программы. В результате показатели проекта в регионе превысили общероссийские значения. Всего в текущем году получило свое жилье порядка 320 детей и лиц из числа детей-сирот. На следующий год мы планируем этот показатель еще увеличить. Всего приобретено в текущем году порядка 200 квартир. По решению губернатора основная масса жилья приобреталась в городе Ульяновске и в других крупных населенных пунктах Ульяновской области. В регионе продолжается реализация национального проекта здравоохранения. В 2023 году на него предусмотрено 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Из них 1,5 миллиарда на строительство детского инфекционного корпуса. В текущем году мы строим не только те фельдшерско-акушерские пункты в количестве 3 единиц, которые были запланированы изначально. С согласованием Федерального министерства здравоохранения мы 6 фельдшерско-акушерских пунктов перенесли с 2024 года на 2023 для того, чтобы как можно скорее приблизить оказание медицинской помощи. На совещании глава региона озвучил несколько вопросов от жителей области. У нас не хватает вакцины от кори. Поставщики пообещали, что новая партия прибудет в Ульяновскую область в конце ноября. Алексей Русских поручил держать вопрос на контроле. В 25-й и 53-й школах ищут педагогов по физкультуре. В 5-й школе преподавателя по физике уже нашли. Он приступил к работе. Губернатор поручил Министерству просвещения и воспитания решить вопрос с нехваткой учителей во всех школах нашего региона. Валентина Никонова, Анатолий Рассохин, Олправда ТВ.